Друзья, в этом видеоуроке я вам объясню, как принимать оплаты в странах бывшего СНГ, Беларусь, Украина, Казахстан, Азербайджан и так далее. Как вы знаете, PayPal поддерживает отправки денег и покупки разных товаров в этих странах, но пока что PayPal не поддерживает прием оплат в бывших странах СНГ. Я сейчас вам расскажу способ, который я сам разыскал и нашел. И этим способом я пользуюсь более одного года, и никаких проблем не было. Точнее, я вам в этом уроке объясню два способа, как можно принимать PayPal в бывших странах СНГ. Ну что ж, поехали. Первый способ, вы сможете это сделать онлайн. То есть вам понадобится VPN, который поддерживает... Какой-то VPN, который поддерживает страну Грузия. Да, вы не расслышались. Страну Грузия, потому что в Грузии PayPal поддерживает и прием, и оплат денег. Я сам пользуюсь VPN, PureVPN. Я протестировал несколько сервисов VPN. Мне больше всего понравился PureVPN, который поддерживает Грузию и другие страны. Кроме того, он предоставляет dedicated IP, то есть у вас будет какой-то определенный один IP. Значит, заходим в PureVPN, вы можете установить эту программу и Windows, и Mac, и другие ваши телефоны и так далее. Для начала мы должны зайти в систему, значит, минуточку. Заходим. VPN. Отсюда мы должны выбрать страну Грузии. Заходим сюда, выбираем страну. Выбираем страну Грузия. И нажимаем Connect. Ждем, пока программа соединится с грузинским IP-адресом. Все. Мы зашли. Потом заново заходим в сайт. Перед тем, как зайти на сайт, проверяем свой IP. Заходим. Есть такой сайт IP. Location, кажется, он так называет, location. IP to location, проверяем свой IP. Develop location. И смотрим, какой тут у нас, да, мы видим, что тут у нас грузинский IP, мы можем продолжить. Сейчас заходим на PayPal. Слушай, у вас на браузере осталась ваша страна, отсюда меняем, напишем где, то есть Грузия. И начинаем регистрацию, single for free. Мы тут выбираем, что мы хотим создать, персональный аккаунт или бизнес аккаунт. Мы пока что выбираем personal аккаунт. Нажимаем. Вот тут показывает, что мы регистрируемся с Грузии. Тут пишем на какой-то свой email, например, Андрей Солоков gmail.com. Тут можете написать, он покажет, security challenge показывает. Должны были сегодня выйти через статус. Ну, почему мы выбрали статуэтки? Вот эти статуэтки выбираем. First name. Андрей. Солоков. Тут пишем. Создаем пароль какой-то.
Создали пароль, он хочет блин, пароль. Создаем пароль. Нажимаем Next. Тут тоже показывает, что мы регистрируемся с Грузией. Все. Тут мы должны написать свой номер паспорта. Вы тут можете написать свой международный номер паспорта. Если вы из Украины, из Беларуси, из Казахстана, Туркменистана, найдите свой паспорт и оттуда просто скопируйте сюда этот номер вашего паспорта. Паспорт номер, пишите сюда. Например, я написал адрес. Тут надо написать. В интернете можете найти какой-то грузинский адрес. Или можете просто так написать. Это не проблема. Просто желательно найти какой-то адрес в интернете грузинский. Сюда написать его. Сейчас напишу сюда. Значит... Apartment, apartment 43, например, city, указываем в Тбилиси, state, не надо ничего указывать, postal code можете указать, postal code, адрес, о котором вы найти, в интернете полно адресов, можете оттуда найти или написать какой-то адрес в Джорджии и так далее, найти там базы адреса. Напишите сюда свой birthday date, например, мобильный номер. Пока что вы сюда можете написать какой-то грузинский номер, потом я объясню вам, как приобрести грузинский номер. Все, прошли регистрацию, пишем сюда все наши данные или данные, которые мы нашли в интернете, но обязательно мы туда, сюда должны написать грузинский адрес. Ждем, пока PayPal нас подтвердит. Пока он будет загружаться, я вам объясню другой способ. Это уже более такой безопасный способ. Но для этого вы должны как-то полететь в Грузию. Там, например, можете полететь 2-3 дня отдохнуть и пойти в банк. Называется TPC банк. Можете пойти в TBC банк и оттуда для себя открыть один какой-то счет. Вы можете это без проблем. За $10 вы можете открыть счет для себя. И после этого у вас будет виза-карта банка TBC. Ваша виза-карта. И эту карту вы можете подключить к своему PayPal. Вот этот способ более такой безопасный и гарантированно. Я вообще вам советую сначала открыть PayPal аккаунт через VPN, а потом как-то полететь в Грузию, там 2-3 дня отдохнуть, пойти в этот банк, TBC, открыть себе счет и все. После этого вы соединяете свой счет, свою карту TBC к своему PayPal. После этого вы можете уже работать, спокойно принимать все свои оплаты, деньги и заниматься бизнесом или просто так принимать деньги. Наверное, номер неправильно тут написали. Сейчас я сюда номер напишу. Значит, сюда сейчас напишу. Номер правильный.
Все, мы прошли регистрацию. Как вы видите, мы сейчас пишем тут send money, например, нажимаем сюда, деньги, link later. Если у вас есть карта, готовая карта, вы можете сюда вводить. А лучше всего, если вы хотите гарантированный PayPal, который будет работать без проблем, я вам советую опять-таки полететь в Грузию, оттуда открыть карту в TBC банке и все, работать без головной боли. Я сейчас покажу свой PayPal, чтобы вы удостоверились, что этот способ работает, и я понимаю, отправляю деньги через PayPal. Здесь вы пока что можете зайти в Wallet, добавить свою карту, например, свою карту, например, украинскую, белорусскую, российскую и так далее. Но чтобы работать и принимать деньги, вам обязательно советую открыть счет. Я сейчас покажу вам свой PayPal. Я делаю логаут отсюда. И захожу в свой PayPal. Я на всякий случай отключу VPN, потому что я всегда захожу не с грузинского IP. Кстати, после того, как вы подтвердите свою грузинскую банковскую карту и свой PayPal, вы можете заходить с любого IP. То есть вам не будет проблем. Сейчас я вам покажу логин. Это мой PayPal. Рабочий PayPal. Видите, я зашел в свой PayPal. Я могу нажимать Transfer Funds. У меня тоже карта TBC банка, видите. Нажимаю сюда. Ну, например, я могу отправить на свою карту без каких-то процентов. Давайте сделаем $1. Next. Он покажет в грузинском валюте, ну, без проблем, вы получите все равно в долларах. Мы делаем трансфер. Все. Как вы видите, your transfer Sardell, вы уже отправили деньги на эту карту. Done. Нажимаем done. И все. Как видите, уже тут осталось 15 центов. Спасибо за просмотр. Если хотите еще такие видео познавательные по приему и оплате денег, по получению денег по PayPal и других платежных системах, пожалуйста, напишите мне коммент и поддержите лайками. Спасибо вам всем огромное. Думаю, я как-то вам помог в дальнейшем принимать деньги через PayPal. Всего доброго, всего хорошего.